В первой серии турецкого сериала «Нападающий», который выйдет на экраны Турции 1 января, мы увидим следующее событие. Когда на улицах родного города процветает несправедливость, то необходимо действовать. И если надежды на полицейских никакой нет, то необходимо брать ситуацию в личные руки. Фатих работает простым учителем в школе, и с первого взгляда он практически ничем не отличается от своих коллег. Сам по себе этот человек был очень справедливым, но при этом замечает, что общество уже давно забыло о том, что такое честь и совесть. Полицейские превратились в собирателей дани, так как им хочется набить свои карманы как можно больше. Вовсю процветает коррупция, и по этой причине преступники чувствуют себя свободными и знают, что не понесут заслуженного наказания за свои злодеяния. Фатих решает вмешаться в эту ситуацию, и он сразу же начинает действовать. Когда наступает ночь, то Фатих превращается в самого настоящего супергероя и помогает каждому, кто оказывается в беде. У него нет второй половинки, так как Фатих понимает, что не каждая девушка сможет смириться с подобным образом жизни. Любой девушке хочется, чтобы любимый мужчина всегда был рядом и уделял ей свободное время, которого у Фатиха нет. Однажды Фатих открывается одной девушке, и к его удивлению, она приняла его целиком и полностью. А мы напоминаем, что первая серия турецкого сериала «Нападающий» выйдет на экраны Турции 1 января. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.